Здравствуйте! Сегодня печем простой и вкусный пирог с яблоками. Для теста нам понадобятся такие продукты. 2 яйца, 50 граммов растопленного сливочного масла, 200 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, 100 миллилитров молока, 100 граммов сахара, чайная ложка ванильного сахара. Возьмем 2 яблока. Для крошки нам понадобится столовая ложка с горкой муки, столовая ложка сахара и 20 граммов сливочного масла. Приготовим крошку. Для этого смешиваем муку, сахар и сливочное масло и перетираем в крошку. Мы уже показывали, как мы это делаем. Вот такая крошка должна получиться. Если у кого-то возникнут вопросы, какая ложка и с какой горкой набирать, и у вас есть весы, берем 25 граммов муки, 25 граммов сахара. И, повторюсь, 20 граммов сливочного масла. Крошка готова. Яблоки нарезаем небольшими кусочками. Готовим тесто. К яйцам добавляем щепотку соли. Добавляем сахар, ванильный сахар. И при помощи миксера взбиваем эту массу. Эту массу вливаем молоко. Добавляем сливочное масло и перемешиваем. Разрыхлитель смешиваем с мукой и добавляем в смесь. Замешиваем тесто, чтобы мука не пылила. Сначала перемешаем муку, потом на низких оборотах замешиваем. Тесто должно получиться. Густота такая не густая и не жидкая. Добавляем яблоки и перемешиваем. Форму диаметром 22 сантиметра. Смазала ее маслом. Выкладываем тесто в форму. Духовку предварительно разогреваем на 180 градусов. Верх пирога посыпаем крошкой. Отправляем наш пирог в духовку предварительно на 30-35 минут. Пирог выпекался 35 минут и еще постоял 10 минут в отключенной духовке. Сейчас мы его остудим и будем пробовать. Вот такой пирог внутри. Пирог с яблоками к чаю. Сегодня у нас все. Если вам понравился наш пирог с яблоками, оставляйте комментарии и ставьте лайки. А пока, до новых встреч, до новых вкусных рецептов на нашем канале.